Всем здорово. Пришли Соники, вся трилогия. Вернее, как вся. Первый комплект и третий галыш пришел. Вот они все. Три штуки. Так. Первый. Так. Второй. Ну, третий галышовый. На наш любимый. Меганрайв первый. Не знаю, какого там в кадре, но видно, не видно. Слышь? Так. Показать нам, наверное, сразу сначала. Первый. Так, это второй. Сразу. Крепко так. Дистанционная карта. Единственная в комплекте. Так. Сейчас покажу. Мануал я сейчас близко подойду, я покажу вместе с коттеджем. Так. Так, сейчас я ближе сюда подойду, чтоб я видел, что там в кадре. Так, опа. Фокус. Есть. Ну? Есть. Так. Давайте мануальчик вам приставим. Сюда положим. Так, вот мануал. Вот он Соник у нас. Неудобно показывать, на самом деле. Ну, тут в основном все они в таком вот, типа, история, короче, идет. И начинается здесь Доктор Эггман, враги, Соник, там Тейлз, нет, Тейлза, по-моему, еще не было точно. И тут, типа, управление и так далее. Получается трехкнопочный геймпад Меганрайва. И, ну, то есть они все в таком духе. Ну, единственное, он цветной. Тут скриншоты из игры. Здесь пауэрапчики всякие. Кольца там и так далее. Специальный стейдж. Это типа бонуска. Ну, в принципе, видно. Все скриншоты цветные. Ну, тут уже скриншоты с уровней рисовки, скорее всего, зарисовки одни из первых. Спрингярд, лабиринт зона и так далее. Старлайт, скрамбрейн зона. Тут враги. Чё? Крабы эти, рыба. Летучая какая-то там хрень. Вот эти штуки, по-моему, во второй части они тоже были. Телефону можете позвонить, лов. Ну и задник у нее вот такой. Так, это, кстати, я показал же только вот эту часть. Верх у нее абсолютно новый, никаких замятин. Все как бы идеально. Сами контакты тоже, как с магазином. Ну, а фотик, естественно, не в фокусе, как всегда. Так, давайте вторую штуку часть. А, заднюю не помню, показывал. Ну, боковина у него такая.
вообще. Во. Задняя часть. Так, вторая часть. Вторую я уже как-то показывал давно еще, когда я ее покупал. Это было, блин, давно очень уже. Сам уже не помню. Два года что-то прошло, как он у меня. Так, у него уже регистрационной карты нет. Так, давайте карточку покажу, что сразу. В принципе, состояние у него тоже хорошее. Ладно, первый раз тогда. Не в таком виде он был. Вот верхуха. Сейчас покажу нормальное. Единственное, здесь вот там, ну там только сам стикер такой уже. Да. Фокусировать будешь? Нет, конечно. Наконец-то. Потом уже покажу все три просто малыши. С мануал покрутим, тоже полистаем. Ну, второй уже более такой интересный был мануал. Потом видишь, вот здесь уже пролог там. Самое интересное, что порой я с экранчика с этого маленького не вижу фокус вообще. Есть там, нет, блин, ну, вроде есть. Блин, когда зазумлено плохо, мне должно показывать. Ну тут, в принципе, все в таком стиле тоже. Красочные такие. Арты здесь. Тоже трехкнопочный. Геймпад Мегадрайва первого. Скриншоты из игры. Управление и тому подобное. А, бумага у меня приятная. Так, это типа для игры. На одного игрока показывают тут, как чего, кольца и прочее. Так, здесь что-то слишком много они. Типа, для игры на двух игроков. Тоже. Там что там, вражинки. А вот Chemical Planet. Там куча всего. Казино. Акватик, не знаю, видно, ну там, в принципе, по скриншотам, я думаю, те, кто играл в Соника второго, не знают. И все разные здесь, Мюстик Кейв, Хиллтоп зона. Так, это что у нас? Oil Ocean зона. Это так, Метрополис. Все, короче, с каждой своей рисовочкой. Каждая страница, видите, свой цвет у нее. Во, здесь прикольный у меня Tails тут. Пикселизированный такой сонечек. Это, наверное, эти враги. Враги и боссы. Напарник, вот Tails. Показывают у него. Это он босс Нокт Редман. В Америке Нокт Работник, он, по-моему, называется. Что-то камера мне... Я боюсь, когда половина зарядки может погаснуть. Но вроде должна выдержать она. Так. Вот прикольный. Ну так! На самом деле, мануалы такие, просто типа есть они, и прикольно как бы. Поначалу, когда я только купил его, вроде там, о, кайфовал, а сейчас смотришь, вроде как-то, ну такая. Что-то такие первые игры для Мегадрайва. Тоже телефончики вон висят. Ну, такой вот у меня задник. В основном... Замятые вот здесь края и так далее, там, в третьей части тоже. В третьей там вообще прям пипец полный, в плане замятых краев, это у них нормально. Ну что, круто в японских боксах, у них
место под мануал, то есть оно держится, оно никуда не выползет у вас. Поставить тоже такой мануал здоровый. Ты что-то жопа боль. То есть вон тут такие типа скрепок, он держится везде. Здесь две. И вот здесь вот две удерживающие с этой стороны. Тут Sega логотипчик. Ну и так везде, в принципе. Вот записано. Так, и вот третий. Ну третий только галыш. Комплект не удалось мне достать. Что-то ценник за него ломит. 94-й. Вот у него уже, да. Кстати, прям тяжелый картридж. Просто вот сам корень держишь. У него вот угол замятый. Но это вот не сильно, в принципе. Там были и хуже. Так что мануал уже либо картинками можно будет приложить. В интернете найти, если скан. Кайф тоже вообще новый. Прям тяжелый, реально. Первый, второй берешь, прям они прям вообще легкие. Потому что этим батарейка. 91, 92, 94. Вот они. Насяешь на разных цветов. Белый, зеленый, синий. Жалко нету. Тот случай, когда нет третьей руки, чтобы показать. Уже так. Кстати, они все разные. Задние стикеры, я заметил, они разные все. Я сейчас тут смотрю на них. Получается, патенты вот эти во второй части. В первой он весь черный сплошником. Во второй вот эти патенты, они белые такие, тоже шрифт у них, ну, классический, а в третьей части получается жирный такой шрифт получается. Скорее всего, разные были штамповки. Так, сейчас закажем сразу в этом. Мегадрайв первым. Капец, он горячий. Демку крутил, у меня сейчас третьего Соника. Тоже сложно его показывать. Симка там попалась. Но... И вот первый, второй прям легко, третий так уже потяжелее вставляется. Второго прикольно, морда такая торчит. У первого там, она там внизу. Сейчас третий вставлю. У третьего топ Соника, жалко, плохо видно. Там только это на колу видно немножко. На конце. Так, сейчас мы все поскладываем. Где мы все были? Первая часть. Мануал первый, да? Это первый мануал. Хотя тоже толстый на самом деле. И тут держатель хотя бы удобный. Так, это третий, ничего, уж путаюсь. На, посмотрим, может потом свитер заставить, сделать коробку донора, купить просто. Мануал мне не сильно нужен. Вот так мы будем выбирать. Вот. И сделать третий, просто чтобы ходил в коробке, было отсканировать арт. У него есть комплект. Чтобы кайф не искать туда, там, хоп. Сложить. Вот так вот, дальше вам могут видно было. Ну так, все, наверное. Все, в принципе, показал. И то же, ладно, не знаю, посмотрим. Может, как-то в моменте, пока буду показывать, там, может, за камеру сделаю. Я, в принципе, сейчас уже наглотычился в плане. Оказывается, там все просто, ты просто верхнюю дорожку накладываешь с геймплеем, и ты можешь регулировать так, как ты можешь, как-то так, как ты хочешь, короче. Можешь любой угол там вставить, но единственное, при просмотре, когда смотришь, там, если надо прям аккуратно, то есть он не прицепляется к углам, из-за этого бывает, там можно щель там какую-нибудь сделать. Ну, это ладно, там можно уже
мини таким перфекционизмом заняться, это не страшно. Но так все, наверное, сегодня. Всем спасибо, всем пока.